Консольный чип AMD 4700S станет основой для 80 моделей настольных ПК, об этом сообщает портал Thomas Hardware. Фотографии первых образцов материнских плат с установленными на них процессорами AMD 4700S, используемыми в основе приставок Sony PlayStation 5, появились в сети в начале мая текущего года. А не так давно были опубликованы и первые тесты этих систем. Теперь представители AMD сообщили, что партнеры компании создадут на основе этих процессоров более 80 разнообразных моделей настольных ПК. Помимо этого стало известно, что компьютеры на основе AMD 4700S поступили в продажу уже с 24 июня 2021 года. Судя по всему, их начали поставлять партнерам для дальнейшей сборки. Напомним, что AMD 4700S представляет собой 8-ядерный процессор на 16 потоков, работающий в паре с 8-16 гигабайт оперативной памяти стандарта DDR6. Процессор имеет отключенное графическое ядро, поэтому будет работать только в паре с дискретной графикой.